Все новое хорошо, забытое старое. Вот и мы решили показать новую версию старой доброй сказки. Всем привет, меня зовут Ваня. И это Stories в Telegram, где я буду рассказывать вам о своей интересной жизни. Иван Дурак. В руссконародной сказке про Ивана Дурака. Фонд кино не поддержал проект, поэтому есть шанс, что получилось неплохо. Царь-батюшка велел мне убить Кощея Бессмертного, и я знаю, у кого попросить помощи. Это избушка, где живет Баба-Яга. Добрая, старенькая, горбатая, противная, мерзкая. Фу, господи, как мне не хочется туда идти! Но выбора нет. Одна моя подруга так много грустила, что ее прозвали Несмеяна. Но все наладилось, когда она встретила достойного богатыря с не менее достойным мечом-кладенцом. Здравствуй, Ванечка. Ага. Чем я могу тебе помочь? Напоить, накормить, да спать уложить. Но имей в виду, я сытый и пить не хочу. А я думала, ты хочешь убить Кощея и спасти Василису. Мы расстались. Да ладно, когда? Прям сейчас. А, ну... Ты же Баба-Яга. Почему ты выглядишь так? Но мы же в сказке. Единственное место, где марафоны желаний работают. Пойду постель постелю. Илья Муромец? Ты что тут делаешь? Живу! Ты что, бабке почти 400 лет. Избушка никогда не будет твоей. Чё, пришел? Я хочу извести всю нечисть на деревне и начну отсюда, бабка! Илюшенька, здравствуй. Ага. Что я могу для тебя сделать? Когда он выйдет, все что угодно. А пойду я тебе молочка принесу. Тебе же нужно сил накопить, чтобы бороться с Горынычем. Ты еще кто такой? Я Родион Раскольников. Охотник на бабок. В народе известен как лучший сотрудник пенсионного фонда. Где бабка? Она мертва. Твою мать! Меня снова опередило время. Мальчики, кто там? Бабка! Бабка! А пойдем репку тянуть. Ты будешь спереди или сзади. Мне не принципиально. Это что за проходной двор начался? Бабка, тащи мне поскорее зелье травяное! Чё смотришь, корга старая? Ноздря, черепашье зелье давай! На. Молодец. А это... Гей! Софья! Алёшка! Софья! Алёшка! Анфиса! Алёшка! Анфиса! Анфиса! Вы тут откуда? Я опять перепутал адреса! И опять удачно! Анфисочка! Здравствуйте, меня зовут Владимир Мединский, и мне очень понравилось, как вы переделали эту историю. Анфиса, удаляемся в номер.
все! Мне это надоело! Я приехала сюда для того, чтобы поддержать молодых ребят, а у вас все шутки только об одном. Я же известный человек, у меня же сын подрастает. Вот что, если он все это увидит? Анфиса, странно слышать это от человека, в передаче которого снимался создатель оргазматрона. Ой, ну когда это было? 15 лет назад. А вот сейчас вы даже не поинтересовались, чем я живу. Я же, между прочим, стихи пишу. У меня же, между прочим, 2 миллиона подписчиков. Хрена себе. Чё там за стихи такие? Макс, хватит. Анфис, простите нас. Честно говоря, мы никогда не смотрели «Секс с Анфисой Чеховой». Поэтому для нас вы просто роскошная женщина. Но благодаря вам... Сегодня впервые на игру приехали наши папы. Я своего вообще первый раз вижу. И так как дети продолжаются в своих родителях, если позволите, я бы хотел исполнить его мечту. Можно? У меня просто в зале невеста. Можно! Прошу прощения. Просто я большой фанат. Анфиса, хорошо выглядите. Хорошо? Хорошо? Это вот ты на балалайке хорошо играешь. Ладно, давайте не ссориться. Это была секция с Анфисой Чеховой. Не скучной вам ночи. И не теряйте времени даром. Благодарим. Команда КВН «Секция по бадминтону» благодарит Университет «Синергия» в лице президента корпорации «Синергия» Лобова Вадима Георгиевича, а также ректора Университета «Синергия» Васильева Артема Игоревича и проректора по молодежной политике университета Султанова Романа Сергеевича.